Коллеги, добрый день еще раз. Меня зовут Чевардаева Мария. Я являюсь представителем компании Xelot. И сегодняшняя моя тема посвящена интеграции. Интеграции системы 1С управления, 1С логистика управления складом с другими информационными системами и оборудованием. Ну, вы, наверное, уже все или большинство людей увидели меня там у макета системы. В перерыве можем посмотреть действие системы в реальности. Ну, что касается интеграции. На самом деле вопрос интеграции является наиболее острым моментом в рамках внедрения проекта автоматизации. Всегда возникает множество вопросов у предприятия, каким образом организовать интеграцию, как обеспечить наиболее эффективность передачи данных, какая информация будет переходить из одной системы в другую. Прежде чем дать ответы на данные вопросы, мне бы хотелось, в принципе, остановиться, с чем может интегрироваться система 1С логистика управления складом. Это другие информационные системы, как на технологической платформе 1С, так и на других технологических платформах. И оборудование, различные варианты оборудования. Это принтер, печать этикеток, сканер считывания штрих-кодов, радиотерминалы сбора данных. Рассмотрим более детально общую схему взаимодействия корпоративной системы и системы управления складом. Как уже говорили мои коллеги, не одни мои коллеги, да, выступающие сегодня, система управления складом не может жить автономно. Она должна обмениваться данными, обмениваться информацией. Всегда в проекте автоматизации стоит вопрос, какая информация должна переходить из одной системы в другую. Ну, во-первых, это данные о товаре. Данные о товаре должны быть как в одной системе, в корпоративной, так и в системе управления складом. Причем эти данные должны быть жестко синхронизированы. От правильности информации о товарах зависит правильность дальнейшей обработки складских операций. Что касается самих операций, какие, как правило, передаются данные из одной системы в другую? Ну, во-первых, это план приемки товара на склад и план отгрузки товара со склада. То есть это такой стандарт, да, необходимые операции, которые передаются как в систему управления складом, так и обратно в корпоративную информационную систему. Но стоит здесь отметить, что зона пересечения корпоративной системы и системы управления складом, она, безусловно, должна быть, но должна быть сведена к минимуму. Здесь имеется в виду то, что системе управления складом избыточная информация не нужна. То есть та информация, которая крайне необходима в корпоративной системе, складу может быть абсолютно не нужна. Мы фактически должны передать ту информацию, которая поможет нам осуществить обработку складских операций, складских процессов. Но если мы посмотрим более детально на данный слайд, мы здесь еще увидим, что управление складом, система управления складом, это не только программное обеспечение, 1С логистика управления складом, это еще и подключаемое оборудование. То оборудование, которое помогает нам обрабатывать наши складские операции. Какие же варианты интеграции, в принципе, возможны? На текущий момент мне бы хотелось рассказать вам о двух основных вариантах интеграции, которые бывают. Да? Это, во-первых, единая информационная база, когда все объекты метаданных объединены в единой общей конфигурации. Фактически мы имеем и работаем в единой базе, построенные на нескольких функциональных решениях, на нескольких информационных систем. И второй вариант, наиболее типовой, наиболее распространенный, это разделенная информационная база, обмен данными между которыми осуществляется с помощью передачи загрузки и выгрузки файлов. Прежде чем остановиться на преимуществах, недостатках каждого из вариантов, мне бы хотелось рассказать о ряде показателей, на основании которых, в принципе, можно дать оценку, какой вариант интеграции наиболее подойдет в каждом конкретном случае. К первому показателю я бы отнесла возможность синхронизации, репликации данных, то есть, в принципе, возможность обмена. Второй показатель – это удобство работы пользователя. Насколько пользователям будет удобно работать при интеграции в том или ином варианте. Возможность использования различных технологических платформ или, наоборот, невозможность использования. Простота, сложность поддержки конфигурации. Простота, сложность модификации, обновления конфигурации. Так вот, что касается интеграции в единой информационной базе, когда у нас все функциональные
блоки разных отраслей объединены в единую конфигурацию. Плюсы какие здесь можно выявить? Ну, во-первых, это мы практически не имеем проблем с синхронизацией данных. Ну, в основном это нормативно-справочная информация. То есть мы работаем в едином технологическом пространстве, и интегрировать, передавать данными из одной системы не нужно, в другую не нужно. Данный вариант наиболее оптимально подойдет для компаний, где роли менеджера по продажам, например, совмещены с сотрудником склада. То есть один сотрудник формирует заявки в системе оперативного учета, заявки, например, на продажу, заказы на продажу, либо заказ поставщику, и он же обрабатывает эти заказы на складе. Ну, такой вот вариант в данном случае наиболее оптимально подойдет. Остальные же показатели, наверное, относятся к минусам. Основной минус – это невозможность использования различных технологических платформ. То есть здесь должна быть одна платформа технологическая, ну, в данном случае это 1С-предприятие, только в этом случае мы можем объединить эти конфигурации в одну. Сложность доработки, то есть одну общую большую конфигурацию гораздо сложнее дорабатывать. Здесь нужно давать себе отчет в том, что если мы вносим изменения в одном функциональном блоке, что приведет это изменение в другом функциональном блоке. Сложность обновления, то есть релизы выходят разных функциональных блоков в определенное разное время, соответственно, обновлять такую конфигурацию довольно сложно. Исходя из минусов, которые относятся к единой информационной базе, мы практически данный вариант в рамках наших проектов не используем. По крайней мере, крайне редко используем. Что касается преимуществ разделенной информационной базы, обмен данными между которыми производится с помощью передачи загрузки, выгрузки файлов, файловый обмен данными. Здесь обратная ситуация. Все те минусы, которые являлись негативным, не минусы для единой конфигурации, являются плюсом для данного варианта. Основное преимущество – это то, что мы можем использовать различные технологические платформы. То есть если наш продукт разработан на технологической платформе 1С, интегрироваться можем с любой корпоративной системой, которая поддерживает обмен данными. Более простая возможность доработки данных конфигураций. То есть поддерживать и дорабатывать отдельно функциональные блоки гораздо проще, нежели одну сложную конфигурацию. Опять же, здесь встает вопрос производительности. Производительность отдельных конфигураций гораздо выше, нежели одной единой базы данных. Также плюс возможность обновления. То есть всегда мы можем обновить разную конфигурацию вне зависимости. Ну, то есть обновление не зависит друг от друга. Ну а к минусам в данном случае можно отнести, наверное, основные вопросы здесь возникают: синхронизация, репликация данных. В данном случае обмен должен быть жестко прописан перед внедрением системы управления складом. Какая информация будет ходить из одной системы в другую, на каких этапах, на каких точках взаимодействия. Ну и, возможно, данный вариант неудобен в случае, если пользователь работает, и, ну, ему необходимо работать и в одной системе, и в другой. То есть его функциональное значение предполагает работу в разных информационных базах. Так как в рамках наших проектов больше используется именно файловый обмен данными, мне бы хотелось остановиться на основных принципах организации именно файлового обмена. Обмен производится с помощью файлов. Да? Формат файлов в типовом варианте – это стандарт XML. В рамках проектов приходилось выполнять обмен данными и в других форматах, такие как Excel, DBF, текстовый формат, то есть все те возможные варианты, которые в принципе поддерживает технологическая платформа 1С. Каждый файл, который выгружается и загружается в систему, имеет свое уникальное название, свою определенную структуру, которая позволяет системе его однозначно идентифицировать. Какие точки взаимодействия, как правило, организовываются между двумя системами? Ну, на данном слайде у меня проведена приемка-отгрузка товара, то есть это основные точки, да, на которых в принципе организовывается интеграция. И, как вы видите, многоточие. То есть фактически эти точки могут расти.
Все зависит от непосредственно бизнес-процесса заказчика. Иногда есть необходимость обмениваться данными на этапе там, перемещений, либо каких-то специализированных операций, которые производятся на складе. Иногда обмениваться данными инвентаризации, что, собственно, правильно, да, когда мы вводим актуальные остатки на складе, передать те остатки, которые мы получили, в корпоративную информационную систему. В типовом функционале системы возможны два варианта, в принципе, два варианта интеграции. Это ручной и автоматический обмен данными. Соответственно, ручной обмен данными – это когда сотрудник склада загружает, передает и загружает обратную информацию по нажатию кнопки. Автоматический режим, когда система самостоятельно по заранее заданному регламенту выгружает-загружает данные в корпоративную и из корпоративной информационной системы. Но хотелось бы отметить про универсальный обмен данными. В ближайшее время планируется выход релиза, нового релиза нашей 1С логистика управления складом на платформе 8.2. В данном релизе будет внедрена подсистема обмен данными из стандартного инструментария 1С библиотека стандартных подсистем. Если в зале присутствуют технические специалисты, наверное, они понимают, о чем я. Универсальный обмен данными реализован в данной подсистеме. Обмен на уровне правил обмена с типовыми конфигурациями 1С. Это 1С управление торговлей, 1С управление производственным предприятием. То есть тот функционал, который очень долго ждали от нашей конфигурации. Ну и дополнительный ряд дополнительных функций – это возможность обмена данными через различные каналы связи, как через локальный или сетевой каталог и электронную почту или FTP-ресурс. Такие возможности в ближайшее время будет в типовой конфигурации 1С логистика. Ну, хотелось бы несколько слов сказать о примере интеграции, реализованной на одном из наших проектов. Здесь стоит отметить, что в рамках настройки интеграции в корпоративной информационной системе также возникают какие-то изменения. Представлен пример интеграции 1С логистика управления складом с 1С управлением производственным предприятием. Поэтапно формирование заказа. В управлении производственным предприятием формируется некий документ «Заказ покупателя», всем известный, кто работает с производством, да, или просто с торговлей, деятельностью. Далее на основании этого заказа в системе управления производственным предприятием появился новый документ, новая сущность в системе «Заявка на отгрузку», которая имеет набор статусов. Эти статусы изменяются автоматически, исходя из операций, обработанных на складе. То есть статус документа к отгрузке в системе управления складом выгрузился задание «Заказ на отгрузку», на отгрузку товара со склада. Дальше производится ряд операций в складской системе. Это отбор товара под заказ, который также информация о том, завершили мы задание на отбор, выгружается обратно в корпоративную информационную систему. И, наконец, отгрузка товара со склада, опять же, сигнал обратно в корпоративную информационную систему о том, что товар отгружен. У документа «Заявка на отгрузку» статус переводится «Готов к отгрузке». Отгружен. И уже на основании заявки на отгрузку формируется документ реализации товаров и услуг. То есть это уже типовой документ 1С управления производственным предприятием. Что касается интеграции с оборудованием, система поддерживает данный вариант интеграции и ставит, ну вообще в принципе, интеграция с оборудованием ставит перед собой одну основную задачу. Это повысить качество работы склада. Но всем, наверное, эта задача понятна и известна. За счет чего, да, производится повышение качества? Ну, во-первых, при использовании различных вариантов оборудования все задания, которые поступают на обработку товара на складе, выполняются с помощью специального оборудования, такого, например, как радиотерминала сбора данных. Фактически сотрудникам склада передается задание на обработку операции в онлайн-режиме, и он уже с помощью терминала подтверждает, опять же, в онлайн-режиме факт его выполнения. За
счет автоматической идентификации, которая осуществляется с помощью сканера считывания штрих-кодов, встроенных как в терминал сбора данных, так и в обычные стационарные сканеры, обеспечивается контроль за работой персонала. То есть, во-первых, качество выполнения операций, второй момент – это контроль за работой персонала. Интеграция с оборудованием в системе осуществляется с помощью дополнительных модулей системы 1С логистика управления складом и типовых компонентов. Что касается интеграции с принтером печати этикеток. Ну, всем, наверное, известно, что перед внедрением в систему управления складом склад полностью подлежит маркировке. То есть маркируются все адреса хранения, которые у нас есть, где может товар храниться. Соответственно, нам на этом этапе нужно интегрироваться с принтером печати этикеток, который позволяет распечатать этикетки, ну, помимо там, мест хранения адресов конкретных ячеек, также для товара, в случае, если товар не маркирован. Используются различные варианты принтеров, как стационарные, промышленные, коммерческие, настольные, так и мобильные, которые в настоящий момент у нас, ну, в рамках нашей компании пользуются достаточным спросом, работают через, опять же, Wi-Fi сеть. Также система поддерживает интеграцию со сканером считывания штрих-кодов. Это обычные стационарные сканеры, ручные, либо установленные на стол, либо на технику. Использование сканеров считывания штрих-кодов позволяет онлайн обмениваться данными системы управления складом. Интеграция осуществляется без использования специализированного модуля. То есть фактически обычным образом подключается к системе сканер считывания штрих-кодов и может быть использован на ряде операций. Ну, как опять же говорили уже мои коллеги, данный вариант оборудования может использоваться на этапе контроля отбора товара. То есть документ в системе называется переопаковка груза. Когда весь отобранный товар свозится в одну единую зону, там дополнительно повторно сканируется, соответственно, сотрудником склада и, соответственно, уже переходит в зону отгрузки товара со склада. Также сканеры считывания штрих-кодов могут использоваться совместно с бумажной технологией, то есть дублирование технологий, например, для фиксации времени начала операции и времени его завершения. Как здесь происходит, организовывается работа? С печатного листа задания сканируется штрих-код ответственным сотрудником склада, который взял задание на выполнение. В системе фиксируется время начала операции и, соответственно, исполнитель, который взял это задание. Далее, после завершения задания, этот лист отдается обратно оператору, сканируется с него опять же штрих-код, в системе фиксируется время завершения операции. Ну и, наконец, интеграция с радиотерминалами сбора данных. Оборудование, которое наиболее часто используется в наших проектах, обеспечивает онлайн-обмен данными системы управления складом и автоматическую идентификацию товара при обработке различных складских операций. Хотелось бы отметить, что использование данного варианта оборудования возможно на всех основных складских операциях, начиная от приемки товара, отгрузки товара со склада, заканчивая внутрискладскими процессами. То есть это и перемещение, подпитка, там, инвентаризация и прочие операции, которые могут выполняться с данным видом оборудования. Для подключения данного оборудования в системе 1С логистика управления складом предусмотрен отдельный специализированный модуль. Так он и называется – управление ресурсом, подключение радиотерминалов сбора данных, который обеспечивает работу непосредственно с данным видом оборудования. Существует ряд требований именно самих аппаратов для корректной работы системы 1С логистика управления складом с данным оборудованием. Ну, хотелось бы отметить, что на самих карманных приложениях, на самих мобильных компьютерах не должно быть установлено какого-то дополнительного оборудования. Все, что нужно, это наличие терминального клиента. То есть фактически мы по протоколу RDP подключаемся к серверу базы данных, где установлена наша логистика. Вот, и работаем, соответственно, в специально разработанном интерфейсе под работу радиотерминала сбора данных. Также для целью возможности считывания и распознавания штрих-кодов на терминальных необходимо, ну, должно быть установлено
специальное программное обеспечение, которое позволит нам распознавать считываемый штрих-код. Это, например, такие программы, как DataWage или ScanWage. Но так как у нас терминалы работают с помощью Wi-Fi сетей, есть ряд требований непосредственно уже к радиоточкам, которые перечислены на данном слайде. Хотелось бы отметить также ряд функциональных возможностей системы, которые реализуются с использованием радиотерминала сбора данных. На слайде вы видите интерфейс, как выглядит терминал, также можете посмотреть на нашем макете. Какие функциональные возможности дает нам использование радиотерминала сбора данных? Во-первых, хотелось бы отметить по настройкам, системы под использование терминалов. Мы можем настроить какую-то доступность контроля операций. То есть, нужно ли подтверждать номенклатуру при выполнении операций, нужно ли пропускать срок годности при выполнении операции. То есть в системе реализована гибкая настройка данных функций. Также можно настроить внешний вид экрана. Вот представлен в таком варианте, все цвета, шрифты и так далее можно перенастроить под специфику конкретного пользователя, конкретного заказчика. Система 1С логистика управления складом с использованием радиотерминалов позволяет одновременно выполнять задания с терминала несколькими сотрудниками. То есть фактически, что значительно увеличивает по скорости обработки. Да? Мы можем одно задание дать нескольким сотрудникам, которые его обработают, с помощью терминалов гораздо быстрее. Система поддерживает, опять же, с помощью терминалов работу с различными единицами хранения. Если у нас имеется соответствующий штрих-код на единице, там штука, коробка, палета, мы можем, соответственно, отсканировать данный штрих-код, и система однозначно его идентифицирует. Также с помощью терминала удобно, например, выполнять приемку товара. Мы можем ввести дополнительные параметры товара, там срок годности, серийные номера, непосредственно из окна терминала, либо отсканировав штрих-код данных характеристик товара. Что еще хотелось бы отметить? Возможные варианты ввода количества реализованы в системе. Мы можем как вводить количество вручную, так и сканировать каждую коробку товара для идентификации выполнения конкретной складской операции. Ну и основной плюс в том, что фактически мы можем создавать самостоятельно задания из окна терминала, что позволяет нам работать практически без участия операторов. Оператор фактически это контрольный сотрудник, который мониторит, как кладовщики обработали операцию. Система обменивается данными с терминалом в режиме онлайн, соответственно, просто мы можем просмотреть, что каждый конкретный сотрудник выполняет в данный текущий момент. Ну и ряд сервисных процедур, которые поддерживает система с использованием радиотерминала сбора данных, это ввод весогабаритных характеристик товара. То есть мы можем с помощью прямо непосредственно из окна терминала ввести ширину, глубину, высоту коробки, которая, например, пришла на склад. Очень актуально для складов, где данной информации нет. С помощью терминала мы можем также присвоить штрих-код конкретного артикула, ввести с помощью ввода, опять же, из окна терминала. Мы можем также получить ряд аналитических отчетов. Это отчет по товарному составу ячейки, то есть сканируем штрих-код ячейки, система выдает список товаров, которые в этой ячейке лежат. Или наоборот, отчет по местоположению товара на складе. Сканируем штрих-код товара, и система выдает список ячеек, в которых этот товар может быть расположен. На самом деле у меня все. Если есть какие-то вопросы, готова ответить в перерыве.